Ты осознавал, что вы совершаете преступление против мирного населения? Нет, я не осознавал. Как ты относишься к действиям русской армии на территории Украины? Отношусь максимально негативно. Как ты попал в плен? У нас на второй день машина сломалась. Колонна прошла мимо. Никто не оказал помощи. Прозвучал взрыв. Мы бежали в лес. Скрывались в лесу. На четвертый день отправились на экипаж. Экипажем на территориальную оборону. Пытались скрыться от них в лесу. Они догнали нас. Предложили сдать оружие. Пообещали, что ничего не будет. Мы добровольно сложили оружие. Сдались в плен. Как к тебе отнеслись после попадания в плен? Отнеслись очень хорошо. Оказали первую медицинскую помощь. Накормили и напоили. У тебя есть желание воевать против украинского народа? Нет, у меня нет желания воевать против украинского народа.